В Ярославле в рейд отправились сотрудники Дзержинской администрации. Особое внимание вызвало состояние территорий, прилегающих к сетевым гипермаркетам. Собственники магазинов обязаны следить за своевременной уборкой снега, посыпкой пешеходных дорожек песком и приведением фасадов зданий в надлежащий вид. Однако не всегда это делают. Нарушителям направлено более 30 предписаний. Правила благоустройства территории города Ярославля обязаны исполнять как физические, так и юридические лица. К одним из самых недобросовестных исполнителей данных правил относятся сетевые магазины, пятерочки и магниты. Сотрудниками территориальной администрации неоднократно выдавались предписания. В текущем году на сетевые магазины «Пятерочка» и «Магнит» выдано свыше 30 предписаний об устранении нарушения правил благоустройства территории города Ярославля. Хотелось бы обратиться к управляющим данными сетевыми магазинами более добросовестно исполнять свои обязанности в части содержания своей территории и лицевых фасадов, которые выходят у нас на основные магистрали города Ярославля. Также в городе продолжается работа по ликвидации незаконных временных сооружений. Очередной ларек снесли на улице 1905 года. В последнее время все больше собственников предпочитают сами освобождать территорию, не дожидаясь визита властей. Собственники идут на контакт. Есть ряд случаев, когда собственники сами демонтируют свои сооружения. Очень много людей, значит, сами демонтируют. Я думаю, больше 50%. Осталось порядка 110 ларьков, в связи с незаконно установленными.